Громкие аплодисменты, сверкающие от восторга глаза зрителей. Что еще нужно хорошему артисту? Братья Клепалова на сцене уже более 20 лет, и за это время они побывали во многих городах России. Сегодня их приветствуют в Лыткаринской детской музыкальной школе. Сегодня прекрасный вечер у нас в детской музыкальной школе, и сегодня к нам приехали замечательные исполнители, музыканты, можно даже сказать, с мировым именем, и это будет совершенно, я думаю, нескромно говорить об этом. Дуэт инструменталистов «Серебряные струды», братья Клепаловы. Замечательный дуэт, и по реакции, конечно, зала, очень нравится, прекрасная программа подобранная, народные песни, русские песни и танцы, их сопровождают еще наши замечательные преподаватели, вокалисты Ирина и Сергей Зайцевы. И хочется им сказать, конечно, огромное спасибо за то, что они приехали в наш город Лыткарино. Такие концерты с участием талантливых и выдающихся музыкантов проводятся в стенах этого учреждения регулярно. Руководство детской музыкальной школы заботится о том, чтобы жители города могли не просто хорошо провести время, но и культурно обогатиться. И следующий концерт состоится уже скоро. Мы стараемся, конечно, хотя бы несколько раз в месяц проводить такие мероприятия. И буквально 1 декабря мы ждем приезда Государственного музыкально-педагогического института. Ипполитова Иванова приезжает к нам вокалисты кафедры академическое пение. С удовольствием в 18:30 приглашаем всех желающих на это мероприятие.